6 из 8 команд прилетели накануне. Сегодня утром в аэропорту приземлились делегации из Швеции и Чехии. Турнир будет тяжелым. Мы в первый раз играем вместе, но мы готовы. Хотелось бы посмотреть на местные достопримечательности. Сами никогда не видел горы. Также интересно будет увидеть олимпийскую деревню. Настроение хорошее. Все в предвкушении начала турнира. Для меня как бы это впервые, и поэтому только наилучшие ожидания от этого турнира. Надеюсь, что они оправдаются. Да, есть доля ответственности какая-то, да, мы выходим в роли лидера, а в этот турнир входим, да, поэтому думаю, что зацикливаться об этом не надо, но думать стоит. Кстати, игроки Лока уже встретились с воспитанниками образовательного центра «Сириус», рассказали о своем спортивном пути, об эмоциях, которые испытывают перед важными матчами, после побед и поражений. А потом ответили на вопросы. Матчи группового этапа Кубка мира по хоккею «Сириус» пройдут с 23 по 28 августа. В матче открытия обладатель Кубка Харламова ярославский Лока встретится со сборной лиги канадской провинции Альберта. Также в турнире участвуют команды Швейцарии, Чехии, Финляндии, Швеции и Австрии.